Говорят, хочу закрыть глаза, чтобы видеть только Его, в смысле Бога. Не хочу внешнего мира. Но при этом забывают о существовании любви. Это великая тайна, скрытая за сущим и несущим, за личным и безличным. Любовь. Не та, что связывает два предмета или двух существ. Любовь, которая объемлет все. Вот слово «любовь», оно вообще непонятно вот в контексте того, о чем я говорю. Абсолютно непонятно. И вот когда я вижу людей, они идут по пути, у них идет поток, они слышат звон, у них есть много всяких переживаний, но в них нет любви, и все. Вот чувствую холод. А энергетические процессы идут, энергия работает, там все движется, распространяется, вибрирует, а любви нету. Или благодати, радости, нет и все. Так вам надо знать, что первым приходит к нам сила. Ну, открываем мы силу. Потом приходят знания, ибо эта сила приносит нам вот оттуда, непонятно откуда, новые знания. А вот благодать или любовь, она, в общем-то, приходит последней. Идет энергетика, идут все процессы, а благодать, она вот последним приходит. Поэтому вы-то ждете, что она первой к вам придет. Первая она может прийти в качестве аванса. Раз там что-то у вас вспыхнуло, тепло, светло, радостно, и вы думаете, вот оно. Вас потом эту конфетку забрали. Вам просто дается понять, что есть оно. То, о чем вы не подозреваете, но вас это отбирают. Почему отобрали? Что-то я не так делаю. А потому что надо работать, трудиться, чтобы благодать вас укоренилась, чтобы не подачками жить какими-то отдельными, у иконы стоя там, да, у вас что-то там слеза покатилась, а чтобы действительно с утра до вечера, из месяца в месяц, из года в год, стабильная благодать и любовь внутренняя, по-настоящему, она была в вас. Вы все ее ждете. Ждете, пытаетесь найти где-то среди людей, среди животных, среди людей, там вот любовь какую-то. Но вам самое главное, чтобы вас любили-то, не вы. Самое главное, чтобы любили вас. Если вы кого-то полюбили, то если нет взаимности, ну, что ж вы, как-то не так, да? А? Самое главное, чтобы вас любили. И Кришнамурти блестяще на эту тему сказал. Он говорит, кто ж вас полюбит, когда у вас самих нет любви, а вы ее требуете от другого? Кто вас полюбить-то может, скажите? Ясно? Ну вот, видишь, ты понимаешь, да? Я слушал эти записи. Слушал, да? Ну и где-то усвоил уже. Вот да. Молодой человек-то, видите, у него мозги-то еще не забетонированы. Он еще свеженький в этом, девственник, в смысле зашоренности. Это замечательно. Вот. А вы же настолько все, так вот, я не знаю, в каркасе в таком закованы. Но ничего, это тоже тает. Поток он все может растворить. Даже атеросклеротические бляшки, там цементные, растворит точно. Ясно? И для человека, ставшего на путь сознательной духовной эволюции, не должно существовать отдельно то, что обычно называется внешним или мирским, и то, что называется внутренней или духовной жизнью. То есть ваша мирская жизнь должна наполниться духовным. Мирская жизнь. А то вы думаете, мирская жизнь – это одно, там постоянная борьба, трение, я вот тут один в этой жизни, а в духовной жизни я вот тут сел, иконки у меня, там книжечки, сижу, у меня, так сказать, духовная жизнь, она отдельно от мирской. Так не бывает. Главная задача, чтобы ваша мирская жизнь духовным была пропитана, и чтобы вы не создавали духовный оазис, а выходили в мир со своими, так сказать, духовными наработками. Понятно? К людям. Вот это главное-то. А мы пытаемся все это разделить. Вот это беда. Беда многих духовных искателей. Отдельно духовная жизнь, а мирская жизнь, она тоже как бы вот через границу. Вот этого быть не должно. Так что жизнь мирская-то, она должна в конечном счете благодатью наполниться. Но благодать, подчеркиваю, приходит последней.
Вначале вся энергетика, все там, так сказать, знания какие-то вы получаете, а благодать приходит, еще раз подчеркиваю, последняя. И если она пришла, фундаментальная благодать, не та, которая вот со слезой, да, а пришла, она никуда деться уже не может, она укореняется. Ее нельзя ничем истребить. Ничем. А то, что пришло, ушло, ну, это еще симптомчики грядущего, но никак не финал. Так что не пытайтесь даже себе представить, что представляет собой любовь, в которой вы самодостаточны. Вообще-то. Что такое самодостаточность любви? Даже если вы кого-то любите, ну, как не любите, а привечаете, то вы не требуете, чтобы он вас любил или она вас любила. Знаков внимания не требуете, а просто благодатно как бы ему что-то дарите, дарите незримо. А так, если нет того, что можно назвать объектом любви, ты просто живешь, живешь самодостаточен в этом чувстве. Любовь в тебе есть. Это та изначальная любовь, которую ты предал, там, изменил в эгоизме своем. Да? А потом, когда вернулся, все. Мы же ищем что в жизни? Вот все ищут. Вот если честно, ну все, за очень редким исключением, мы ищем любви, мы ищем, как говорят, половинки какой-то, вот что-то в нас не достает, дайте мне половинку, и я буду счастлив. И ищут половинки на физическом плане. Мужчина, женщина, сейчас и все, не поймешь, кто кого ищет. Вот, да, я просто говорю, ну, традиционный момент, мужчина, женщина, женщина, мужчина, вот сейчас в любви сойдемся, две половинки, оказывается, две половинки никогда не подходят. Никогда, никогда не подойдет. Ну, можно, конечно, смириться там с этой половинкой, вот, но все равно каждая половинка имеет свои эти самые, как это, вывихи эгоистические. Смирились, и ладно, живите, ровность вырабатывайте. Чего нам не хватает? Нам не хватает единства в любви, не в поисках половинки, а вот внутри, чтобы без всяких половинок у нас там было цельное. Вот та цельная любовь. Ведь поначалу, как вот в эволюционном процессе произошло вообще разделение полов, помните? Ну, в книге «Я сам главный», у меня есть эта схемка, я там об этом говорю. Что для того, чтобы было воспроизводство физических особей, надо, чтобы вот этот инстинкт возник, витала физическая тяга. Поэтому вот та единая, ну, самодостаточная в любви гермафродитическое существо, которое было и мужское, и женское, оно разделилось пополам на мужское и женское начало. А иначе, как себя оплодотворять? Вот гермафродиты себя оплодотворяли, но генетически не было перекрестного опыления, поэтому были слабые эти самые тела. Понятно? Ну, селекция была слабенькая. Поэтому произошло разделение полов. Соответственно, вот та любовь или самодостаточность любви, которая, ну, была, наверное, у тех существ, то есть у них все, и мужское, и женское начало, и у них все в порядке было в одном флаконе. То есть там не хватало божественности им. Да, да, разделилось, так сказать, божественное, то, что было внутри, на противоположный пол. Для того, чтобы каждая душа, душ было много в эволюционном процессе, могла иметь тело, проходить эволюционный опыт, то есть бурный рассвет жизни был. Понимаете? Но это игра божественная. Вот думаете, зачем это и почему? Дай мне сразу божественное, и я буду в нем пребывать. Мы когда-то в нем пребывали, в инфантильном, божественном. Но стошнит ведь в раю-то пребывать. Когда все замечательно, ну, вы когда-нибудь были, чтобы за вами ухаживали, кормили, поили. Ну, сколько можно? Хочется победокурить, похулиганить, а? Погрешить. Вот это игра. То есть, что человечество застоялось в этом инфантильном, божественном. Говорит, а ну-ка, во все тяжкие. И пустилась в эволюционном процессе. А дальше что? Дальше от тяжких устаем. Хочется опять туда вернуться. Понятно? Вот она, эта игра. Сейчас нам хочется туда вернуться. Устали мы от греховной жизни. Ну, пытаемся вернуться. Вам все не верится, что это игра?
Господа с самим собой в прятки. Вам кажется, что жизнь настолько серьезна, она настолько многозначительна. Это игра. Смерти нет. У вас все, драма-то смерти над вами, да? Жизнь такая короткая, ее надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Это Николай Островский, как закалял сталь. Он правильно говорит, если брать духовную жизнь. А так действительно бесцельно прожитые годы. Понимаете? Если ты правила игры не понял, если ты не следуешь этим правилам, ты жизнь прожил впустую. И будешь донимать, вот ты потом будешь донимать кого-нибудь, как тебя вот там... твои родственники. Поняла? Ты потенциальный будешь враг кому-то. Так что ты поняла, что надо делать? Вот и все. Надеюсь. Так что божественной любви нет объекта любви. Ее объект все сущее. Животные, растения. Но люди в той мере, в какой они могут это принять. Ведь люди же любовь не принимают настоящую-то. Они не принимают. Никто. 100%. Они не понимают, что это такое. Они ужасаются. Вот. Хочу любви большой и чистой. Да? Ну вот, не получается. Потому что вы хотите. Вот каждая былинка, каждая пылинка, каждая живая тварь, вот объект любви. Незнакомо, нет? Как Стружич, знакомо, да? Значит, у тебя все в порядке. А что ты обижаешься-то на это, на старика-то? А? О, Коль, знакомо. Ох, если бы было знакомо. То, может быть, когда-то было знакомо. Ну, было, наверное, когда-то. В памяти это есть. А в целом-то в жизни-то. Оказывается, что незнакомо. С утра до вечера незнакомо, нет? Наверное, нет. Ну, наверное, нет. Видишь как? А это вот с утра до вечера. И каждый день, и каждый год. Вот оно, что должно в конечном счете состояться в нас, открыться в нас. Ладно. Хотя на самом деле хорошо, что мы узнаем все постепенно. Хорошо иметь иллюзии, не как таковые, как необходимый этап пути. Все действительно приходит в свое время, и надо не торопить события, иметь терпение. Если терпение, события не торопить. Не терпение, вот в смирении, да? А не торопить события. То есть терпение, время не пытаться ускорить, не пытаться что-то достичь. Так вот, помимо смирения в работе на пути сознательной эволюции, надо еще иметь и терпение. Ибо процесс эволюционной трансформации нашего существа постепенный. Его продолжительность этого процесса зависит от многих факторов. Во-первых, от степени зрелости вашей души, от силы вашего эго, от вашего прилежания в работе на пути. Понятно, сколько, так сказать, факторов вмешивается вот в этот процесс по длительности, вот когда вы чего-то сможете достичь. Ясно? То есть много факторов. Поэтому быстро это не происходит. Потому что надо иметь терпение. Терпеть – это значит не ныть, не отчаиваться, не торопить события. А то ноют, ой, что-то у меня нет, на каком я этапе нахожусь. Я не говорю никому, на каком этапе он находится. Мне подходит, на каком этапе я. Я говорю, ни на каком, начинай все сначала. Если вопрос такой задаешь, сначала все начинай. Ясно? Правильно? А то, ой, я на этом уже этапе. У тебя нет ничего, ты еще ничего не наработал. Сначала, а что такое сначала? С молчания ума, и все. Понятно? То есть, возвращаясь опять к началу, и больше ничего. Но то, что ты уже сделал, уже сделано. И как только опять ум замолчит, ты вернешься туда, откуда ты отступила немножко. Но не пропадает наработанное, это понятно? Ясно? Вот в этом тоже фокус маленький. Ничего не пропадает. И вот некоторые люди мне говорят, а вот у меня было действительно духовное рождение. Ну, мне так казалось. Потом месяц через полтора ушло. Да, ушло. Но ты родилась.
Было духовное рождение, потом пошли энергетические процессы, ты испугалась этой энергетики, вообще заблокировала все. Ты просто не знала, что с тобой происходит. Понимаете? То есть было спонтанное рождение у человека. Потом пошла энергетика, придавила. Понятно? Существо деформированное было, куда-то человек ходил, где-то ему там что-то продували, прочищали, какие-то коллективные медитации. На него обрушивается сила после духовного рождения, и уже он не чувствует ничего, только страх, что у него там все не так. Это я говорю крайний случай деформации. Когда человек куда-то походил, что-то поделал, но не то, что надо. То есть не классический вариант развивается, вот, о котором мы говорим. Но в этом нет ничего страшного. Нормально. Если ты понимаешь, вот я объясняю именно это, если ты это понимаешь, то все будет нормально. Пройдешь это. И любая созданная в вашем уме модель того, что должно произойти, или чего вы ждете, что у вас должно быть то-то, вы в книжке это прочитали, любая модель, которая в вашем уме существует, и вы ждете, что она реализуется, она вас стопорит. Потому что вы в будущем, вы из реальности выпадаете, а ждете то, чего придумали. Ясно? Или не очень? Как только у вас есть модель, это морковка. Вы туда глядите, а из реальности выпадает. Значит, настроить божественную волну нету. Это только здесь и сейчас, ни в прошлом, ни в будущем. То есть ум не гуляет ни туда, ни сюда, вы в реальности, а он у вас впереди. Он ждет. Элементарно просто. Так что ничего не ждите, не торопите события. Все необходимое. Должное произойти, произойдет в свое время. Ну, конечно, полезно знать некую перспективу, ну, книжную перспективу, ну, что у вас там ждет в целом, куда вы должны прийти и вернуться. Но чтобы как-то вот по этому пошагово смотреть, вот, куда вы наступаете, отдайтесь полностью этой силе. Туда, куда надо, она вас приведет. Не рассчитывайте шаги. Это опять включается ум, значит, вы застопорились, все. Это была некая абсолютная неподвижность, говорит мать, исключавшая возможность какой бы то ни было болезни. По сути, не оставалось ничего, кроме неподвижности, походившей на нирвану. Но это ничуть не мешало мне совершать все привычные действия. И вот когда вибрации новой жизни, супраментальной жизни, или вибрации света, истины, как хотите, называйте это, они овладевают вашим телесным сознанием, то есть все тело ваше, так сказать, пропитано этими вибрациями, то возникает чувство абсолютного покоя, чувство абсолютной неподвижности. Но в этой неподвижности все же ощущается бесконечно быстрое вот такое движение вибрационное, живое. Вот есть неподвижность тупая, мертвая. Это вот при медитации кверху, в нирване, вот куда Будда попадал, там мертвая неподвижность, там нет живой жизни. Там тоже как бы спокойствие и неподвижность, но живой жизни нету. А вот когда в нас, вот оттуда, приходит эта сила, то вот здесь живая жизнь. Оно покой, неподвижность и в то же время жизнь. Не мертвый покой, не покой нирванический. Вот мать блестяще об этом говорит. Вот те, кто медитировал кверху когда-то, и вдруг, так сказать, оказывался там, где вообще ничего нет, сплошная пустота, и тебя там нет. Вообще ничего нет. Мертвая пустота. А вот тут некий покой живой, вибрирующий покой, благодатный покой, это вообще чудо. Так что покой, покой рознь. Вот когда глядишь на буддистов, те, которые всерьез что-то там делают кверху, да, у них холодный покой, у них нет сострадания, у них нет души, ибо они с ней не знакомы, но они спокойны. Холодный буддийский покой, абсолютно холодный, так же, как картина Рериха. Холод сплошной, морозильник, там души нет. Видели картину Рериха? Николай Константинович, ну вот, там холодина гималайский, нирванический холод. Ну это так, я к примеру, чтобы что-то сравнить, там какой-то пример из искусства. Просто холод.
А здесь покой сострадательный, теплый, благодатный. Но покой, фундаментальный покой. Какие там болезни, откуда они могут взяться в этом покое? И при этом тело, вот ваше тело, принимает энергии ровно столько, сколько оно способно вместить и усвоить. Вот когда есть избыток энергии, есть, ну не усваивается она, есть избыток энергии, энергия не усваивается, значит какие-то там ну, возникают неудобства, боли. Понятно? Неусвоенная энергия, она вызывает болевые, в частности, ощущения, дискомфорт. А вот когда это уравновешивается, сколько пришло, столько усвоилось, вот тогда это абсолютный благодатный покой. То есть такая динамика пришло, усвоилось, все, нет никаких деформаций. А у нас же все время деформации, по какой причине? Если чуть-чуть побольше энергии дали, вы не расслабляетесь, а зажимаетесь. Все, страх. Пошла деформация, понятно? Потом опять расслабились, опять пошла, опять вы зажались. Вместо того, чтобы отдаться, расслабиться, ну, делай со мной все, что хочешь, Господь. Вот тогда будет все быстро и правильно. Понятно? А мы зажались, ой, что-то не так. То есть не прекращать. А? Не прекращать вообще, чтобы поток шел, продолжал идти. Да. Да, то есть не зажиматься и не обдумывать, чего это, что это. Просто открылся и все. Вот тогда будет все в порядке. Но мы же все настолько пугливые, зашуганные, как тут говорят. Что с вами делать? Это генетический страх сидит в клетках. Вот в этом состоянии, когда она уже у вас устанавливается, ну, стабильно, постоянно, то какие там болезни могут быть, ты абсолютно защищен. От каких-либо неприятностей, от недомоганий, от болезней. Но если болят косточки, то ничего страшного нет, кости просто обязаны болеть, потому что они должны стать в конечном счете святыми мощами. Потерпите немножко. Скелет осветится. И на вашу могилку будут ходить не только родственники ближайшие, но и паломники. Автобусные экскурсии будут. Я вчера рассказывал вам. 2 года поэтому... колени болели. Сейчас не болят уже. Ну сейчас я уже 5-й год иду по пути. 5-й год. Два года болели коленки. Хорошие коленки, нормальные. Я гляжу. Крепкие, закаленные. Вот. Это действительно, да. Кости, они же не пластичные, они тупые. А энергия это на все клетки действует. А это кости, клетки. Вы думаете, что это кость, что некоторые говорят, голова, тут кость. Нет, там тоже есть остеофиты, клеточки, которые должны питаться. Ясно? Вот. Кости это тоже клетки. Остеофиты. Конечно, пока это все нормализовалось. Ну вот, видишь, что теперь осталось нормализовать просто смирение, и все у тебя нормально, уже коленки не болят. Ты все, видишь, тут. Вот видишь, сначала идут энергетические процессы. Благодати-то нет, а энергетика-то она по телу бьет. Вот все там приводит в порядок. Вот с чего начинается, ты правильно сказал. Потому что ты меня радуешь уже. Вот как про коленки сказала, я понял, что у тебя все в порядке. И на каком-то этапе уже знаю. Но не скажу. Видите как. То есть реально, вот сидит продукт энергетической обработки. Вот. И тело не ощущается с некоторых пор как материальный объект, как нечто потенциально уязвимое. Ну, даже практически не ощущается. Словом, чудо, да и только. Вот. И становится понятным, что это новое состояние, в котором ты оказываешься, оно не есть результат использования какого-либо метода специального, медитации, там, молитвы, просто спонтанно это состояние, оно есть в тебе. Ты не молишься, не медитируешь, ничего не делаешь, оно в тебе есть. Ясно? Потому что идет поток, он это состояние в тебе устанавливает. Уже не требуется никакие практики, ничего не нужно уже вспомогательного. Ты просто живешь в этом новом состоянии, не вмешиваясь умом, не оцениваешь это, просто живешь. Обыденной жизнью, только она совершенно другая, эта жизнь.
Без синяков, без шишек, без зигзаг. Другая. Совсем другая. Чистота, истинная чистота, это отнюдь не то, чему нас учит мораль. Чистота – это отсутствие эго. Вот мораль – это что? Это сухая, регламентированная умом категория, это продукт ментального эго, это продукт Ветхого Завета, что надо быть таким, сяким, пятым, десятым, бояться Бога, не гневить Его. Это все из области морали. Сейчас кто-нибудь боится Бога? Нет. А когда перестали бояться? Не знаете? Когда появилась мораль? А? Когда мораль появилась? Когда что? Мораль появилась. Ну, мораль, да. Мораль, она же такая штука интересная. Ведь вы же требуете от других гораздо больше, чем позволяете себе. А? Или нет? А? Ну, мораль для одного класса – одна. Для того, кто пониже – другая. Для того, кто совсем внизу – очень строгая мораль. Там даже могут тебе руку отрубить или голову, я не знаю, кто как там это нагрешил. А наверху там все нормально. Вот когда говорят о демократии, вот американцы, они же нас демократию насаждают везде. А то, что в Саудовской Аравии отрубают руки, головы, там все там нормально, все с этой с демократией, все чудесно. А? Вы знаете, что там вот эти казни такие? Но почему-то этим принцам-то руку не отрубают, которые там гораздо крупнее, чем мелкой воришка, в карман кладут. Им голову, ни руки не отрубают, а внизу руки отрубают. Ну, чтобы было видно, что он вор. Второй раз вторую руку, чтобы было очень видно. Знаете? А наверху там мораль другая. Там надо бы голову отрубать, но не отрубают. Вы поняли или нет? Тройная, двойная, как хотите. Мораль – это такая категория зыбкая, такая поганая категория. И те, кто действительно моралистами себя считают, они думают, что они вообще ну, праведники, что они близки к Богу, поскольку они вот, не делают ни того, ни этого, ни пятого, ни десятого. Ну, в уме, может, бывает что-то не так, но в уме это не важно. Главное, чтобы, так сказать, на людях это не делать. Ну, бывают ситуации, когда они это сделают, но, может, покаяться, там, в церковь сходят, я не знаю. Ясно? Так что мораль – это фальшивая, ложная штука, это продукт ума. Это не жизнь изнутри, не жизнь из души. Потому что для души запретов нет. Но человек сразу думает, запретов нет, я могу все делать. Я говорю, для души запретов нет, потому что душа ничего не допустит, что повредит тебе и другим людям. Понятно? Вот в чем, так сказать, смысл, что нет запретов. Это не вседозволенность, что Бог простит. Мне все можно. Просто она не будет этого делать, душа. То есть импульс не будет. Пагубный. Понятно? А вы хотите, чтобы все было, как вам хочется. Как эго хочется. Или нет, уже не хотите. То есть уже двойственность такая возникла. Ну ладно, это уже хорошо. А то говорят, как вот это так? Не будет моей воли, будет какая-то там Божья воля. А как же я? Куда я денусь? Где моя воля? Где мое хочу? Ну, когда вы хотите что-то, да? То значит, чего-то вы не хотите. Так? Это можно, а это не очень можно. У вас трения возникают обычно? Что выбрать-то? Возникает? Ну, какой-то выбор. И так в любой ситуации. Это нравится, но денег не хватает, там опять проблема. А? На это хватает, но не нравится. Ну, так всю жизнь. А так вот, что взял, то взял. Что взял? Ну, то, что взял. Без выбора. Выбор без выбора. Жить-то вот по-божески значит не выбирать, а вот говорить, делать. Именно то, что изнутри идет. И ничего не бояться. И трения нет. Вегетососудистой дистонии нет. Хроническая эволюционная недостаточность исчезла. Ясно? А так выбирайте, живите, страдайте. Так что, когда нет выбора, это совершенно замечательно. И совершенно замечательно, вот вы мне не поверите, когда ты никому не нужен.
вообще никому. А тебя забыли. Это такое счастье. Когда все представить не можете. Но это уже потом. Поначалу-то как меня забыли, как это, вот. А потом это замечательно. Но не забывают, вот в чем дело-то. Самая главная беда, не забывают. А так бы хотелось, чтобы забыли, чтобы ты никому не был нужен. Вот. Но это теория уже. Но на все его воля, поэтому тут приходится смиряться в этом вопросе. Но если надо, он сделает и это. Так что в разных странах, в разных народах, в разные времена были разные представления о морали. Надо это знать. Вот. Мораль лжива, а потому она не может служить истинным регулятором отношений между людьми в обществе. Не может. Сейчас призывает церковь к праведности, к любви, к морали. Она сколько? 2000 лет призывает, да? Ну, может, чуть поменьше. Что-нибудь в мире изменилось от ее призывов-то? Нет? Нет, видите? Церковь бесплодна. Вообще все религии бесплодны. Они едины в одном, что духовных плодов не приносят. Они есть, а плодов нету. Все религии едины именно в этом. Вы же, наверное, понимаете, что такое духовный плод. Не просто прихожане, ставящие свечки или молящиеся. Это плоды духовные, о которых мы говорим. Вернуться к Господу в лоно. Ну, какое-то время мораль была неким сдерживающим фактором. Даже не мораль, а страх Божий, который сдерживал вседозволенность, что ли, на каком-то историческом этапе. А потом, кого Бог, кто его боится? Как только протестантская религия возникла, как только произошло разделение католической церкви, да, протестанты появились, там вообще уже никакой морали не было. Все, кто там Бога будет бояться? Каждый человек Бог. Они сразу себя богами объявили. И конец. Проблема была снята от страха Божьего. То, чего ты не боишься, то, значит, дозволено. Ясно? А дозволено, оказывается, все. То есть ничего не бояться. И греха нету, исчез. Эго огромное, а греха нету. Понятно или нет? Такая тонкая вещь. Вот они так и живут. А мы так не можем. Мы даже если что-то вот делаем, ну такое, что нельзя делать, мы понимаем, что это нельзя делать. Внутри понимаем. Каемся, может быть. Но понимаем, даже если не каемся, что нельзя делать это. А на Западе все можно делать. Там если мысли нет, там как это нельзя делать. Если я хочу, значит можно. Ну, законы там ограничивают что-то, но законы-то они опять в мирских каких-то отношениях. А в душе-то, вот как они говорят, или будучи богами, что им все можно, втайне можно, закрывшись можно. Закон избегая, можно, все можно, и украсть можно, только по-крупному, не копейку. Копейку-то, ну что, понятно? Вот и все. Вот это мир. Мир без Бога, без страха Божия. Сейчас его нету. Так что не отчаивайтесь. Делом занимайтесь. И вот когда вы действительно объединитесь с Божественным, и душа выйдет на первый план и уже никогда, никогда оттуда, с этого плана не уйдет, тогда вам не надо помнить, что хорошо, что плохо, что дозволено, а что не дозволено, что грешно, а что не грешно. Помнить не надо, ибо сама душа будет от Бога выбирать то, что нужно. Не эго ваше будет выбирать, а душа. Понятно? Видите, все... Насколько просто, насколько упростится ваша жизнь. Просто она будет ну, певучей песней, оперой и балетом будет ваша жизнь.